Дорогие чадырунцы, в преддверии Нового года хотелось бы от себя лично, от имени депутатского корпуса Народного собрания Гагаузии поздравить всех вас с наступающим 2014 годом. Пожелать вам всем крепкого здоровья, добра, терпения вам и всем вашим близким. Этот год для нас всех был нелегкий. Прошли выборы в Народное собрание Гагаузии, на которые вы возлагали большие надежды. Хотелось бы выразить надежду, что 2013 год депутатский корпус приложит все усилия для того, чтобы жизнь в Гагаузии стала немного лучше, и чтобы вы хотя бы какие-то ваши надежды воплотили в жизнь. Добра вам! С Новым годом!